Всем привет! С вами Зинулька Гасанова. На что, мои хорошие, смотрите. У меня сегодня первый день. Индюки выходят на улицу, на солнышко. Так как они еще не видели солнца. Землю, можно сказать так, жили в курятнике, да? Смотрите, с какой неосторожности выходят по одному. А те, которые выходят, они уже вот они, уже загорают. А те думают, как выходить им оттуда. Ну ничего, я думаю, минут через несколько все будут по загону бегать. С такой неосторожностью выходят, что как будто вот что-то с чем-то. Сейчас начнут все выходить. Постепенно, рискуя своей жизнью, думают, наверное. Ты мои сладкие. Вот они, мои красавцы. Загорают, смотрите, загорают. Боятся выходить. Ну вот. Теперь они все здесь. Ну все, сейчас будут получать витамин D от солнышка. Настоящее. Ну, естественно, первый день они так, ух ты мой, смотрите, стоят уже показывают свою красоту. Красоту, то есть, простите. Естественно, они первый день сегодня вышли, у них для них немножко страх, необычно. А те уже завтра, послезавтра, как курятник будет открывать, они будут как пули вылетать. Вот моя красота. Для индюков самое главное уход, тепло и вкусно поесть. Без сквозняков, без всего. Если у меня даже бывают ночи прохладные, обогреватель на минус 40 включаю в курятнике. И это самое, тепло становится, включаю. Вот такие дела. К ним нужен подход. Надо их выучить полностью, прежде чем их заводить. А я их уже выучила. Так что вот, друзья, подписывайтесь на мой канал. Возникнут вопросы содержания, кормления, лечения, уход. Короче, я вам посоветую и подскажу. Всем пока.